Один человек умер, еще шестеро получили травмы. В Чемишлийском районе столкнулись два автомобиля. По данным полиции, водитель одного из них, везший четверых пассажиров на трассе между селами Гура-Галбина и Бузиена, выехал на встречную полосу для обгона. В результате неосторожного маневра скончался второй водитель, 56-летний мужчина. С ним в салоне находились еще три человека. Их доставили в больницу, как и пассажиров другой машины. Одному из них медицинская помощь не потребовалась. Открыто следствие, сотрудники полиции устанавливают другие обстоятельства аварии.